Сиреноголовый – огромное существо 15 метров высотой, тело которого очень сильно истощено. Практически он выглядит как непропорциональный скелет, покрытый мумифицированной кожей. Дань, ты почему еще не собрался? Мы должны уже выехать! Ой, пап, извини, я засмотрелся. Ну вот, ты засмотрелся, а мы сейчас в пробку попадем и к бабушке поздно приедем. Давай быстро собирайся, быстро, быстро. Хорошо, хорошо, пап, я быстро. Пап, я уже готов, поехали. Быстрее. Ну вот, я же говорил, что мы застрянем. Что-то огромное двигалось среди деревьев. Сверху раздавались звуки сирены, а друзья исчезали один за другим. Данил, ты можешь хотя бы в машине не смотреть? Или это для тебя так жизненно необходимо? Тем не менее, сиреноголового видели не только в Америке. А ну давай выключай, глаза испортишь. Пап, тут такое показывает, что я в шоке. Не, Данил, так дело не пойдет. А ну давай выключай свои гаджеты. Сейчас мы к бабушке приедем, я тебе покажу, где я проводил свое время. Эх, ладно. Пап, я пить хочу, дай ты мне, пожалуйста, воду. Вот, держи. Ой, Данил, я совсем про воду забыл. Ну ничего, сейчас будет какой-то магазинчик, я остановлюсь и куплю тебе. Хорошо, пап. О, посмотри, а вот и маленький магазинчик. Может, ты еще что-то будешь, кроме воды? Нет, мне если можно, чипсы. Не, обойдешься. Так, я пошел, ты сиди здесь и никуда не уходи. Ладно, это то, что я думаю. Неужели это сиреноголовый? Надо быстро отсюда убираться. Где же папа? И зачем мне эта вода? Лучше я бы потерпел. Даня, почему ты кричишь? Что случилось? Представляешь? Магазин закрыт. А ты вон туда посмотри. И что я там не видел? Деревья как деревья. Да нет, бать, чуть-чуть правее посмотри. Это еще что такое? Там дерево движется! Таня, быстрее поехали отсюда! Что это такое? Пап, это не дерево, это сиреноголовый! Я про него в интернете смотрел! И он движется прямо на нас! Поехали отсюда! Отличная идея! Бежи за нами, ты можешь ехать быстрее!
Да что это вообще такое? Почему оно за нами привязалось? Я не знаю, но надеюсь, что мы его больше не увидим. Слушай, посмотри в интернете, что это за чудище и как оно здесь оказалось. А я пока радио включу, может, там что-то расскажут? Жуткие новости! На улице паника! Люди разбегаются в разные стороны! По городу разносится громкий ужасный звук сирены! Очевидцы утверждают, что видели странное существо, очень похожее на дерево! И громкоговорители вместо головы! О нет! Звук нарастает! Что это? Оно приближается! Это ужас какой-то. Я согласен. Пап, что нам теперь делать? Хотя, Данил, перестань ты паниковать. Оно совсем в другом городе осталось. И вряд ли сюда доберется. Я очень на это надеюсь. Не волнуйся, твоего сиреноголового, наверное, уже поймали и на досочки пустили. От него, наверное, уже мокрого места не осталось. Очень хочется в это верить. Данил, посмотри, вот здесь я с своим папой, ну с твоим дедушкой рыбу ловил. Посмотри, как здесь красиво. Хочешь, я тебе покажу? Ага, очень. Идем, Данила, я тебе сейчас такое покажу. Вау. Себе, папе, здесь и правда классно. Пап, может, мы сюда тоже приезжать и будем на рыбалку? А что, давай. Что за звук такой противный? О нет, пап, это сиреноголовый. Неужели он берет за нами по дороге? Я не знаю, но звук мне реально не нравится. И знать не хочу. Давай быстро в машину. Бежим. Давай быстрее, быстрее, Данил. Нет, только не это. Сиреноголовый нас нашел. И чего это он за нами привязался? Ты чего стоишь? Давай беги! Беги, беги! Данила, нам нужно спрятаться! Быстрее! Осторожно, Данила, осторожно! Иди сюда, иди сюда! Осторожно! Давай, здесь нужно спрятаться! Сюда! За камень! Прячься, прячься, прячься! Даня, что ты там такое ему сделал? Почему он ушел? Я смотрела в интернете, что у сиреноголового нету глаз, он идет только на звук. Дань, ты просто молодец. Так чего же мы ждем? Идем отсюда, быстрее, быстрее. Молодец. Побежали, побежали. Ты, пап, это сделал.
Что мне делать, Даня? У тебя есть какие-нибудь идеи? Молчи и стой на месте, он тебя не увидит. Все, все, я молчу. Стой тише, он тебя, кажется, не видит. Нет, только не это, па! Нет, только не это, па! Что это такое? Что случилось? Он ушел! Не знаю, пап, меня это не интересует! Побежали отсюда! Папа, стой! Что случилось, Даня? Нам нужно убегать быстрее, пока это не вернулось! Папа, ну я не могу так просто убежать! Я слышал звуки, нас кто-то спас! Какая разница, спас, не спас! Большое спасибо им за это! Теперь это их проблемы, а не наши! А мы можем уйти и никогда сюда больше не возвращаться! Идем! Идем! Папа, я никуда отсюда не уйду! Я возвращаюсь! Ты не посмеешь! Я твой отец! И ты меня должен слушать! Извини, пап, но ты меня пойми! Я не могу этого человека оставить здесь! Может, ему нужна помощь? Идем, прошу, помоги мне! Идем! Но план такой, спасаем твоего загадочного человека и больше никогда сюда не возвращаемся, ага? Понятно. Пап, мне кажется, что звук был с той стороны. И не нравится мне эта затея. Где-то отсюда. Что это было? Даня, там кто-то есть. Стой здесь и никуда не двигайся. Зачем вы сюда приперлись? Но раз вы такие любопытные, тогда вы будете играть по моим правилам. Чего? Пап, это ловушка! Папа, папа, ты где? Это ловушка! Ну, где же ты? Ну вот, кажется, его потерял. Папа, где же ты? Где же ты, папа? Папа! Thank you.
за звук? Неужели меня кто-то спас? Ну кто и зачем? Что это? Какого лешего я здесь делаю? Ой, как голова болит. Не понял, что это еще такое? Почему багажник открыт? Неужели папа был здесь? Он, наверное, ищет меня. Вау, как тепло. Подожду папу здесь. Он 100% должен сюда вернуться. Хотя, зачем мне ждать? У меня же есть телефон, я могу к нему позвонить. Что? Почему это я связан? И что здесь происходит? Я помню, кого-то искал. Потом резкая боль и отключка. Нет, я не думаю, что это сделал сиреноголовый. Что? Палатка? Это точно не сиреноголового. Он туда даже не поместится. Может, у сиреноголового есть помощник? Или еще хуже? Сиреноголовым кто-то управляет. Это же Даня. Фу, значит, с ним все в порядке. А ну, иди сюда. Ну. Нужно сказать, что здесь опасно. Пускай выбирается из этого леса, а я как-нибудь сам. Странно, почему он не отвечает? Ну, давай, еще немного. Нет, 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 только не это, не сейчас. Вот, блин. Даня! Даня! Даня, убегай отсюда, здесь опасно! Неужели сиреноголовый его нашел? Нет, об этом я думать даже не хочу. Успокойся, Даня.
Успокойся, Даня. С папой все в порядке. А что, если не в порядке? Если мы выберемся отсюда, я тебе обещаю, я тебя всегда буду слушать. Даже я в школу буду идти с огромной радостью. Он меня не видит. Нужно рассмотреть его поближе. Фу, не самое приятное зрелище. Вот, блин, что теперь будет? О, нет, он сейчас стремнет машину. Надо выбираться как-то отсюда. Что же это такое? Целый день сегодня по голове получаю. Пора отсюда выбираться. Ну, давай. О. Первое, что мне нужно, это согреться. Так намного лучше. Сиреноголовый, рост около 12 метров, высотой с телефонный стол. Нужно быстрее убираться отсюда, пока снова по голове не получил. Так ты девушка? Ну что, все увидел? Ну да, я видел, что ты большая фанатка Сиреноголового. Признавайся, это ты его прикрываешь? Или ты его контролируешь? У тебя что, с головой не все в порядке? Да как вообще может быть с моей головой все в порядке, если ты по ней целый день, как индейцы, в барабан стучишь? А ну, отдай сюда эту палку! Ну и что ты собираешься делать? Отомстишь мне? Ну что, давай, чего же ты ждешь? Но ты вряд ли сам выберешься из этого леса. Да не собираюсь я тебе ничего делать. Мне нужно моего сына спасти. А, подожди минутку, я сейчас приду. Ой.
Смотри, это все, что я знаю про Сиреноголового. Я эту информацию собирала целый год. Вообще со всех источников. Зачем мне это все? Мне нужно быстро идти искать своего сына. Ты со мной или нет? Между прочим, он из-за тебя вернулся сюда. Он думал тебя спасти от этого чудовища. Ну и как ты собираешься с ним бороться, если ты про него вообще ничего не знаешь? Успокойся и смотри. Здесь сказано, что его рост около 12 метров, а кожа похожа на ржавый металл. Но на самом деле это высушенная и мумифицированная кожа. Но еще говорили, что были замечены другие детали вместо головы. Не понял. Например? Ну, например, вместо сирен фонарь. Это очень опытный хищник. Он вообще очень легко может запутать и дезориентировать добычу. Что? У него люди как добыча? Стоп! А зачем же ты меня похитила, а Даню оставила одного? Ну потому что вы вдвоем бы не выбрались из этого леса. И вообще, в одной из этих статей говорится, что он не трогает детей до 13 лет. Ну, я решила... Да кто тебе вообще дал право за нас решать? Ты его там одного оставила, в лесу. Его нужно идти спасать. Слушай, я не хочу тебя огорчать, но я слышала его крик и крик Сиреноголового. Нам вообще сейчас нужно думать, как самим выбираться из этого леса живыми. Ну и беги отсюда, а я иду за своим сыном, с тобой или без тебя. Ну ладно, ладно. Мне все равно больше нечего терять. Я иду с тобой. Ты слышала эти звуки? Там, наверное, и Даня. Давай быстрее. Даня! Даня! Мы уже идем за тобой. Что такое? Я еще жив? Но почему он меня не тронул? Я тебя спасу! Даня! Что? Папа? Папа, папа, я здесь, я жив! Папа, папа, ты жив! Рома, пригнись! Даня! Данюш, я так волновался за тебя. Слава Богу, что все уже закончилось. Пап? Что, Данечка? Кто это такая? А, это она меня спасла. А ты как спасся? Я думала, что уже все. Он поднял меня своим жутким динамиком. Видимо, хотел съесть. А потом вдруг бросил меня на землю. Ну вот видишь, моя теория подтвердилась. Пап, а где Сиреноголовый? Он исчез. Не нравится мне здесь. Ребята, давайте убираться отсюда быстро. Бежим отсюда. Бегу, бегу, пап! Быстро, быстро, давайте! Видел в лесу Сиреноголового. Он существует. Что
значит не веришь? Ты мой друг и не веришь? Ну и не надо. Никто мне не верит. Я серьезно, мы с папой еле ноги унесли. Я серьезно. Я докажу, я вам всем докажу. Папа, он точно не согласится снова туда ехать и меня не пустит. Я один быстро съезжу и вернусь. Никто не узнает. Да, мы уже приехали. Ну так получилось просто. Конечно, мы встретимся, но приблизительно... На квадрике я быстро смотаюсь и вернусь. Мне нужна только одна фотка или видосик. Ну, когда встретимся, тогда я тебе расскажу. А ну, подожди. Давай я тебе перезвоню позже. Даня! Куда Даня поехал? Один? Неужели снова в лес? Но зачем? Нужно срочно ехать за ним. Данила, только держись подальше от сиреноголового. Прошу тебя, сынок. Ну что ж, по-моему, здесь идеальное место для моей фотоохоты. Всем привет, с вами Данила, и я веду прямой эфир из... логово сиреноголового. Сегодня мне никто не поверил, что я его видел. Он меня держал за ногу. Вы это слышали? Слышали? Он где-то рядом. Ну вот, пропала связь. Теперь точно никто мне не поверит. Сейчас я попробую снова найти связь. Если нет, то хоть фотку сделаю. Ну, давай, включайся! Хотя бы одна фоточка со спины. Он меня даже не заметит. Кажется, оторвался. Странно, что он за мной не побежал. Я не ошибся, и судя по всему, сиреноголовый тоже где-то рядом.
Как мне найти Данилу и не наткнуться на этого с рупорами вместо головы? Пойду сюда. Интуиция так подсказала. Спокойно. Спокойно. Данила, я тебя нашел! Знаешь, как ты меня напугал? Зачем убежал в лес? Понимаешь, пап, никто мне не поверил, что мы видели сиреноголового. Сказали, что я вру, а я хотел им доказать. Даня, ладно, давай будем выбираться. А сиреноголовый? Ладно, понял. Едем к бабушке. Кажется, уже приехали. Причем теперь он привел сюда еще друзей. Пап, а где мой телефон? И моего нет. Кажется, он выпал, когда мы столкнулись. Только не это! Снова разбушевался. Интересно, как там ребята, с которыми я убегал от сиреноголового? Нужно им позвонить. По-моему, их снова нужно спасать. Начинается. Кажется, они ушли. Может, будем бежать? Можем попробовать. Даня, присоединись! Они уже совсем близко! Ну что ж, погнали! Кажется, оторвались. Ну, как вы? Думала, вам помощь нужна. Бежала, вот вооружилась, в лес к вам. Я знаю безопасное место. Доедем, я все расскажу.
вообще за место? А главный вопрос, зачем вы опять поехали к Сиреноголовому? Я хотел доказать друзьям, что он существует. И что, доказал? Ну, почти. Давайте все обсудим в укрытии. Давай, Данил, давай. Теперь они мне точно поверят. Эх, я потерял телефон, но зато... Так, это что такое? Ты меня напугал. Это из логова Сиреноголового. Правда крутой? Да. Но чей он? Что это Сиреноголового? Ну да, трофей схватил из его логова, когда мы бежали. Сейчас его вскроем. Ну все, нам теперь точно крышка. Почему это? Да вы хоть понимаете, чего вы натворили? Да он теперь нас точно найдет! Нам теперь не спрятаться и не спастись! Что, так плохо? Это ж всего лишь ящик! И доказательство! Это катастрофа! Нам срочно нужно вернуть этот ящик, пока он нас не нашел! Вообще-то они! Я вижу двоих! Как минимум двоих! Данила, спрячь ящик, а мы пока подумаем, как защитить дом! Они что, пришли за ним? Думаю, и за нами тоже. Но мы так просто не сдадимся. Вот, держи! Либо неплохо. Думаю, их будет не двое, а намного больше. А у нас вообще есть шанс их победить? Не знаю, если получится, то будем первые, кто выжил в этой схватке. Какие у них слабые стороны? Думаю, тут ящик безопасности. Не может быть! Я же тебя спрятал. Как ты выпал? Ты же не живой? Вроде. Бежим! Бежим! Ящик! Ящик! Он живой!
Что случилось? Кто живой? Ну, ящик! Я его прячу, а он меня преследует! Даня, ты фантазер! Но в сиреноголового я-то сразу поверил! Но с ящиком это перебор! Я серьезно, он живой! Он еще звуки разные издает! И что теперь делать? Придерживаться плана. А ящик нужно вернуть любой ценой. И ни в коем случае не открывать. Слышите? Не открывать. Я же говорю, что он живой. Главное не разбудить сиреноголового с фонарем. Открывать ящик. Интересно, что в нем? Он сам, честно, я не открывал. По-моему, они в ярости. Прошу тебя, отойди подальше от ящика. Да я тут при чем? Он сам открылся. Пойду на разведку. Но если через 15 минут я не вернусь, вы знаете, что делать. Пап, мы разве знаем, что делать? Да, мы все спланировали. И даже на тот случай, если спасешься только ты. Ты преувеличиваешь. С нами все будет хорошо, правда? Надеюсь, но... Надеюсь, ей повезет. Одним глазком гляну, ничего не узнаю. Это что? Я так просто не сдамся. Только не он. Кажется, пришло время плана Б. Так что же это такое? Отлично, конечно! Забирайте! Зачем же оно мне? Прямо такие какие-то. Зачем ему эта штука? Где он ее взял? Может послушать? Тут мы в безопасности. Больше не будем выходить. Что, никогда? Но рано или поздно все равно нужно выйти. Лучше поздно. Пойду возьму другое оружие. И... Даня, он... Он... Что? Что с ним? Даня, что с тобой? Не успели. Даня, ты меня слышишь? Нет, он не слышит. Боюсь, теперь сиреноголовым мы должны отдать и ящик, и игрушку, и... Даню? Не отдам! Если верить легенде, то Даня стал частью этой игрушки.
Он здесь. Кто еще? Сиреноголовый с фонарем, или как его еще называют, лампоголовый. Ну, и чем он отличается? Я надеюсь, мы этого не узнаем. Может, он пришел забрать своих друзей? Да, и кое-что еще. Даня! Даня! Даня, с тобой все в порядке? Выбрось это! Мы должны ее вернуть. А я что говорю? Давайте выкинем эту гадость, кинем в них, может, они уйдут? Нет, все не так, вы ничего не знаете, это его игрушка. Даня, чья игрушка? Чего не знаем? Это игрушка сиреноголовая, это подарок от его родителей. Сейчас я все расскажу, эта игрушка мне все показала. Они нас не выпустят, что делать? Отдам игрушку, и они уйдут. Даня, рассказывай. Походу, они пытаются пробраться в дом. Родители подарили ему игрушку, а на следующий день они погибли. Как погибли? Разве у сиреноголовых бывают родители? Сиреноголовые бывают маленькими. И вот когда он был маленький, его родители погибли из-за людей. Так ты хочешь сказать, что они раньше были добрые и милые? Ты серьезно? Это невозможно! Да, когда-то они были мирные, но с тех пор, как люди напали на них, все изменилось. Теперь они мстят. А игрушка – это память о детстве и родителях. Кажется, я знаю, как мы поступим! А что, отличная идея! Давайте попробуем! Кажется, сработало! Они уходят! Получилось! Но правда странно, что они на нас не напали. И не утащили с собой в лес. Может, они когда-нибудь нас простят? Сомневаюсь. Просто в этот раз им нужно было забрать свою вещь. Тем более они теперь знают, где мы живем. Я об этом не подумал. Данила, что случилось? Кто только что был? Кто? Сиреноголовый! Где? Где ты его видел? Рядом со мной! Но здесь никого нет. Наверное, показалось. А я уже испугался, что они пришли за нами. Фу, будем надеяться, что они не вернутся. Вы это слышали? А что мы должны были слышать? Даня, что с тобой? Ну, сирену! Звуки сирены! Только не говори, что сирена голова! Сколько можно? Даня, может, хватит уже? Согласна. Я думаю, что тебе просто все показалось. Наверное, они правы. Мне показалось. Нужно просто успокоиться. Сейчас что-то сыграю. Мираж. Просто мираж. Ты с кем разговариваешь? Да так, сам с собой. Ну, это лучше, чем с... Ладно, проехали. Во что там играешь? Да вот, пап, смотри. Интересно. Что, что случилось, Данил? Звук, это звук, как у игрушки сиреноголового.
Нужно что-то с этим делать. Нужен план, а лучше несколько. Просто кажется. Просто кажется. Опять сиреноголовый? Ага. Нужно срочно с этим что-то делать. Я думаю, что это все последствия той игрушки. Я тоже так подумал. Вы что, даже не посмотрите, есть он там или нет? Хорошо. Но там точно никого нету. Только чтобы тебя успокоить. Конечно, помню, выхожу. Так я и думал, нет здесь никакого сиреноголового. А что же нам делать с Даней? Я готов. Идем. Куда? Куда он увел Даню? Бежим! Бежим спасать! Куда? Голыми руками и пешком? Все равно! Сынок, бежи! Лес, меня там ждут. Все в порядке? Нет, не в порядке. Да не, как зомби. Сейчас вооружимся и поедем спасать. Давай. Тогда ставим метку и идем дальше. И как мы его тут найдем? Я думаю, нам сюда. Это что? Ну, во-первых, это многое объясняет. А во-вторых, это значит, что Даня был здесь, и он жив. Что объясняет? Мне ничего не понятно. И как мы найдем Данилу? Осталось двое. Да, я все понял. Сделаю. Главное не перепутать. Там Даня! Это значит, что где-то рядом сиреноголовые. Бежим! А, ну как всегда! Все, кажется, нету сиреноголового. Нужно забирать Даню. Правый, левый, правый.
Главное не перепутать. Слушай, а что это он бубнит? Не знаю, опять с собой разговаривает. Неважно! Таня, я тебя нашел, с тобой все в порядке. Левый, правый, правый, левый. Кажется, он все еще под гипнозом сиреноголового. Но он же станет прежним. Понятия не имею, но знаю точно, что нам нужно отсюда выбираться. Левый, правый. Осталось еще двое. Зачем ему эти провода? Может, их просто забрать? Думаю, это плохая идея. Лучше проследим. Наверное. Заметили, что Даня пропал. Ага, нужно готовить оборону. Они ни о чем не догадались. Все под контролем. Он меня пугает. Да ты чего? Это же наш Даня. Нет, это уже не наш Даня. Ты что, не видишь? Сиреноголовый управляет им. Я просто уверена. Нет, это просто шок. Я уверен, у него это все пройдет. Лучше бы ты оказался прав. Согласно системе акустической локации, этот провод должен быть здесь. Готов. Неужели они снова здесь? Похоже, их снова несколько. Думаю, в этот раз будет бой. Нужно спрятать Даню. Даня, что ты делаешь? Ну вот, миссия выполнена. Но если это вся миссия, то нам нечего бояться. Хочется верить, но куда он опять пошел? И что делать с сиреноголовыми? Вы уже здесь? Мне кажется, или сирена уже в доме, а не во дворе? Очень на то похоже. Но это же невозможно! Невозможно? Не знаю, я уже ни в чем не уверена. Где Даня? Даня?
приказ выполнен. Они везде! Это все я натворил! Если б я не принес этот ящик! Если б я! За мной! Быстрее! Ну же, быстрее! Даня, ты вернулся! Да, но только что теперь нам делать? Ага, сиреноголовые нам точно этого не простят! Ящик! Даня, подожди! Нужно торопиться, они скоро сломают дверь! А может, Даня прав, и ящик нас как-нибудь спасет? Мы просто им его выкинем, может успокоиться! Ой, что-то я сомневаюсь. Вот он. Что-то мне подсказывает, что этот ящик еще хранит какие-то тайны. Ребята, как вы думаете, я прав? Или это мне просто кажется? Напишите в комментариях, а я пока что его обследую. Даня, ты что там ищешь? Он же пустой, там только игрушка сиреноголова была. Ага, за которую они нас теперь преследуют. Кажется, я что-то нашел. Это что, двойное дно? Похоже на тайник. Какая-то странная штука. Вы не знаете, что это? Это какая-то музыкальная шкатулка. Сейчас проверим. Стой, не трогай! Потому что из-за твоего любопытства мы сейчас в ловушке. Если разик крутну, ничего же не произойдет. Ну что, они еще не успокоились? Нет, стало еще хуже. Какие-то странные звуки. Интересно, зачем это сиреноголовому? Странно. Смотрите! Чего это с ними? Покажите, что происходит! Чего? Почему вы так на меня смотрите? Покрути еще эту штуку. Зачем? Похоже, сиреноголовые на нее реагируют. И долго мне крутить? Я так долго не могу! Ну, пока не придумаем, как спастись от них. Я в шоке!
Ну, держись, сынок. Ребята, тут еще какой-то сверток. Не нравится мне все это. Какой-то ящик бесконечных сюрпризов. Это похоже на инструкцию. Да, вот музыкальный механизм. А вот игрушка сиреноголового. А вот это ключ. Что еще за ключ? И зачем он нужен? И мне покажите. Я все понял. Тут показано три элемента. Один, чтобы управлять людьми. Второй, чтобы управлять сиреноголовым. А ключ что-то открывает. Гениально! Только что! Это не важно. Игрушка сломана, и она вообще у сиреноголового. А где искать ключ, непонятно. У меня есть идея! Я уже боюсь твоих идей. Угу. Они с каждым разом становятся все опаснее и опаснее. Хотя бы вы меня послушайте. Ну хорошо. Пап, можешь покрутить? Давай, рассказывай. А что, если починить игрушки и отправиться в лес на поиски ключа? Отлично! И как ты себе это все представляешь? Как мы заберем у них игрушку и как отсюда выберемся? Даня, это же гениально! Пока кто-то из нас крутит механизм, сиреноголовые стоят и не движутся. А значит, мы можем забрать игрушку и ускользнуть из дома. Я так понимаю, мой голос не играет роли. Вы уже все решили. Но прошу записать, что я против. Тем более мы не знаем, что будет, если мы найдем ключ и соединим все три элемента. Пап, хуже все равно уже не будет. Убедительный аргумент. Нужно действовать, пока эта штука тоже не сломалась. Тем более, ну не можем же мы крутить ее вечно. Тогда план такой. Рома идет за игрушкой, которая осталась у сиреноголового. Я бегу и прогреваю машину. Даня продолжает крутить механизм и садится ко мне в автомобиль. Рома уже с игрушкой тоже бежит к нам. Ну и что дальше? А дальше мы едем в лес. Ты чинишь игрушку, ну, по крайней мере, пытаешься это сделать. Даня продолжает крутить механизм, а я везу нас в лес. Звучит классно, приключение. Прям огонь. Пап, все получится, вот увидишь. Поехали. Ребята, поставьте лайки и подпишитесь на канал, а я постараюсь найти ключ. Как вы думаете, получится? Мы приехали в лес за ключом сиреноголовых. Я еще не знаю, что он открывает. Но очень надеюсь, что он нам поможет в битве с сиреноголовыми. Надеюсь, у нас еще есть время. Как думаете, что открывает ключ? Напишите в комментариях. Вроде все чисто, и сиреноголовых нигде не видно. Мы в безопасности. Пап, починил? Понятия не имею, но он стал издавать странные звуки. А ну, дай я посмотрю. Сомневаюсь, что получится. Я практически ничего не делал. Просто два проводка перекинул.
его здание опять будет как зомби. Нет, проверяет, получилось починить динамик или нет. Блин, не по себе как-то. Он как змеёныш раскачивается. Точно. А я думаю, на кого он похож? Я знаю, где искать ключ. Рассказывай. Идите со мной, по дороге расскажу. Нужно взять музыкальный инструмент, инструкцию. И патронов побольше. Мало ли что. Таня, подожди! Не потеряйся! Зачем этот ключ? Ты это слышала? Да. Давай быстрее. Игрушка сиреноголового говорит, что ключ покажется только музыкальному инструменту. В смысле покажется? Я думаю, нужно сыграть на механизме. А как так получается, что динамик с тобой говорит? Думаю, когда папа его чинил, то что-то сбилось и наоборот настроилось. Вой прекратился. Ага, они, наверное, услышали механизм и застыли, как тогда. Точно. Как-то получается, пап, играй. Третий элемент найден. Класс! Мы его нашли! Круто! А что дальше будем делать? У меня есть идея! А что если расположить элементы как на рисунке? Меня все еще беспокоит. Что же открывает этот ключ? Думаю, у нас нет времени разбираться. Узнаем потом. Вот это меня и пугает. Подержи динамики. Так, у каждого из нас по элементу. У меня ключ, у папы механизм. А у меня динамик. Но только я почему-то ничего не слышу. Может, только я могу его слышать? Странно, я тоже ничего не слышал. Пап, вот тут и стой. Если верить инструкции, то ты стал прям там, где нужно. Меня сюда как бы этот механизм привел. Странно это все. А мне нравится. Динамик, механизм, ключ. Сиреноголовый! Они здесь! Смотрите, похоже на портал! А может, прыгнем в него? Бежать некуда, они нас окружили! Интересно, куда он ведет? Папа, осторожно! Нет! Нет! Папа, нет! Нет! Таня, бежим! Ключ! Гри! Давай!
Папа, как мы его вернем? Не высовывайся. Пока что не знаю. А что, если снова открыть портал, пока сиреноголовые не вернулись? Не получится. Папа пропал вместе с механизмом. А без механизма портал не открыть. Ребята, может, вы знаете, как вернуть папу? Пишите в комментариях телефон вместе со мной. Они возвращаются! Тогда бежим к машине! Точно! А там решим, что делать! Кстати, ребята, чуть не забыл, если вам нравятся мои приключения, тогда подпишитесь на канал и поставьте лайк. Мне будет приятно! Okay. Где я? Вроде чисто. Даня, выходи, я прикрою. Объяснение. И подумаешь, что я в каком-то мрачном здании и понятия не имею, что там в здании с Ирой. Спокойствие. О, что же там? Сиреноголовые, нужно прятаться. Неужели это их логово? Вот это я влип. Это что, бананка Дани? Неужели они поймали Даню? Что делать? Кажется, ушли. Интересно, сколько у меня времени, чтобы сбежать? Блин, где теперь искать Даню? Думал, все, попался. Бананку жаль. Этот Косяева, наверное, еще во дворе. Да ты представляешь? Он исчез. В смысле, как исчез? Может, он ушел или где-то спрятался? Да я тоже так подумала сразу, но я смотрела абсолютно все. Его нигде нету, это точно. И бананки, кстати, тоже. Я доберусь до них! Дань, нам нужно сохранять спокойствие, холодный разум. Нам нужно спасать папу! А я не понимаю, каким образом это сделать! И портал мы не сможем открыть, потому что папа пропал с третьим элементом! Слушай, а в этом ящике больше ничего нет? Не знаю. Мне казалось, что нет. Ну, мало ли. Странно, но все равно я в этой штуке ничего не слышу. Может, ты послушаешь, а вдруг она опять что-то подскажет? Такое впечатление, что там стоит ксерок сиреноголовых или 3D-принтер, который их печатает.
Я даже не могу сосчитать, сколько их там. И походу это не все. Мы все пропали. Этого не может быть! Папа, папа, ты меня слышишь? Ты где? Даня, Даня, ты меня слышишь? Что с тобой? Да, слышу. А вот папа меня не слышит. А почему он должен тебя слышать? Потому что я слышала его голос только что. Ха, обалдеть! Видимо, каким-то образом ты его слышишь. Но может потому, что у него механизм, а они как-то связаны? Класс, а он меня не слышит. Но зато может мы поймем, где он? Точно, и нужно все-таки проверить сундук. Ребята, как вы думаете, может там есть какая-то подсказка? Напишите в комментариях и подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Сундук на улице, я пока схожу за ним. А я пока что попробую услышать папу. Окей, я быстро. Даня, это ты? Даня? Надеюсь, они сюда не пойдут. По-моему, у меня галлюцинации. Ах вы, костлявые, безмозглые! Ты настоящая? Но, ай, ты чего? Настоящая, я так тебя рад видеть! Я тебя... А где вы? Мне кажется, что это логово или целый мир сиреноголовых. Да, блин, весело. Стоп, если я здесь, ты здесь, а Даня где? Он дома. Надеюсь, он не попадется этим. Но надеюсь, с ним все в порядке, а то я увидел бананку и думал... Да, да, я потом тебе все расскажу. Слушай, ну ты уже знаешь, как отсюда выбраться. Не, смотри, что тут есть. Иди быстрее. Осторожно. Ого. Что? Теперь на твоем фото это знак. Нужно спрятаться, бежим! Мы теперь вот так вечно между комнат бегать будем? Нет, вечно не получится. Они рано или поздно нас поймают. Нужно искать выход, выбираться отсюда. И спасать Даню. Как он там? Тут больше ничего нет. А я надеялся, что я найду какие-то подсказки. Ну, хоть что-то найду. Сиреноголовые, они ищут меня. Отойдите от меня, что вам нужно? Я так просто не сдамся. Пишите в комментариях, а я пока что подумаю, что мне сделать и куда спрятаться, думай. Это бесполезно, я уже пробовал. Нужно же что-то делать.
Бесполезно. Они идут сюда. Похоже, наоборот. Хоть бы услышать Даню, как он там? Точно услышать! Мы его не можем слышать. Вот и я об этом. Только чё ты радуешься? Он может нас слышать! Как я могла забыть? В смысле? Динамик! Он же нас может слышать! Только что мы ему скажем? А я не знаю. Давай сначала попробуем выйти на связь, а там дальше видно будет. Согласна! Но нужно торопиться, пока костлявые не вернулись. Даня! Даня, мы здесь! Ты услышишь? Данила, прием! Я совсем один. Что мне делать, если бы моих родителей увидеть или хотя бы услышать? Кажется, я что-то слышу. Или мне кажется? Вот снова какой-то звук. Да, я здесь, но только вы меня все равно не слышите. А как мы поймем, слышит нас Даня или нет? А никак, но мы же ему можем сказать, что мы живы и заперты в логове сиреноголовых. Точно! А потом что? Ну, пока что не знаю. Да, звучит как план. Тебе что, сиреноголовых мало? Спокойно, спокойно, хороший план. Тем более у нас другого все равно нету. Вот именно. Данила, если ты слышишь? Да, зато я знаю, что родители живы, но только как мне их вернуть? Когда Иру схватили, то она уронила ключ. Теперь он у меня. А что если... Это все. Что все? Что все? Костлявые вернулись. И принесли динамик. А Даня? Его нет. Так может он успел убежать? Или? Никаких или. И нам, кстати, тоже нужно выбираться. Ну как? Туда. Давай, быстрее, быстрее. Осторожно. Что делать? Что делать? Посмотрю. Получится. А теперь проверь мою теорию. Их слишком много, а у нас нет оружия. Слушай, а тот механизм музыкальный, он с тобой? Да. Стоп, он же их парализовал. Да точно, это же наш шанс. Давай, играй.
Есть! Сработало! Сработало! Бежим! Только не прекращай крутить! Только надо помнить. Ты чего? Бежи! Сейчас! Вот тебе! Куда дальше? Не может быть, это же портал! Прыгаем! А вдруг он ведет не домой? Нет времени забиваться! Ура! Даня! Вы вернулись! Да, ну как у тебя получилось открыть портал? Мы уже думали, что все пропало! Я вспомнил, что был нарисованный ключ на втором дне и подумал, что это дверь! То есть все это время вход в портал был рядом с нами? Я в шоке. Надеюсь, этот кошмар уже закончился.